Соседка. Петровна. Ты что рассыпкалась у меня в огороде, Петровна? Петровна. Ты что, оглохла? Что рассыпкалась у меня в огороде? Ты что, вообще, что ли, Петровна? Кого цыпкаешь? Ты сказал, что твои цыплята еще вон в яйцах повздыхали. Я вот сказала! Да. Я ничего ни от кого не скрываю, как некоторые. Да что я от тебя скрываю-то, а? Да тебе что не скажи? Тебя от любопытства так разнесет он. Село не отмоем. А что тогда не сказал, что новый шифонер купил? Что? Какой еще шифонер? Штук такая большая. Убирайся в доме, ты, может, найдешь. Да ты что, Петровна? Опомнись. Да в нашем шифонере еще тещины любовники написали. Здесь были кости с Федей. Куда его менять-то? И потом это последняя тещина память о молодости. А да что, у тебя сегодня 5 мужиков в дом перли, а? Сосчитала. Да. Счетовод, а? Да. Сосчитала. 5 мужиков. Ой, да сейчас такой мужик пошел, их десяток надо на килограмм. Петровна, ладно, так и быть, я тебе скажу. Это и сюда. Мы с Зинкой ванну купили. Новую? Ага. Эмболированную? Как кастрюля. С ручками? Слушай, сама ты с ручками, а? Потеках. А почему в потеках-то? Ну, новая, эмболированная, белая. Ну что, в самом деле, такая посудина большая, новая, белая. А ты что, холодец, что ли, собираете варить? Такой ты... большой посудине. Чего ты, Петровна? Ой, кума, как мне тебя жалко, а? Нельзя быть такой дремучей. Я в ванной мыться буду. Весь! Нет, только ухи. Ну, я сидела... Весь, что ты говоришь такое? Ну что, в самом деле, посуда такая большая, новая, эмболированная, а ты в нее полезешь со своими ногами. Есть же сейчас этот, корыто! Корыто. Ну что ты мелешь? Ну, 21 век на дворе. Какой корыто? И потом мы в него давно не вмещаемся. Он, Зинк в него как сядет, так потом целый день ищем. Зинку? Корыто! Ну, есть же чай, баня. Ну, не хочу в бане, не хочу. Ты по телевизору передачу видела, как в бане шлаки выгоняют? Тут. Ну, нас чай не выгонит, мы же чай местные. Ну, вот дремучесть, а. Шлаки – это лишний вес. Кому? Ну, что кому-то? Кому-то мой вес помешал, а что-то он лишний. Мне главное, он не лишний, а кому-то лишний, а? Сердце что, лишний, что ли? Желудок что, лишний, что ли? Ну... Это органы. Что ты сравниваешь? Органы. А вот это твое сало. Какое сало? Это органы есть. Что? Да. Ты думаешь, это живот? Ну? Это печенка. Печенка. Слушай, Петровна, а чего у тебя такое спереди болтается, а? А это легкие. Легкие? Да. Ой, а сзади что оттопыривается, а? А это почки. Только здоровые. Ты лучше на речку пойти, пятки печем подрать. Слушай, ты со своим Гришкой иди куда угодно. Хоть на речку, хоть куда. Хоть обделись там своими кирпичами. А я в ванной мыться хочу. Воды наношу, полную ванну. Сяду, сверху пена. С тебя что ли пена-то? Ну почему это с меня-то? Ну как же воды с твоих натаскать? С любого пена попрет. Ой, дремучесть, а? Рядом со мной Зинка сядет. В ванну? В ванну. Ну, тогда воды много не надо. Зинка сядет, все выплеснет. Ой, свечки вокруг поставлю. Ты что, Степаныч, помирать что-нибудь собрался, а? Тогда это... Отпиши мне свой шифонер. Да. Отстаньте со своим шифонером. Мы 2 бокала наполним. Знаешь, чем? Борщом. Почему борщом-то? Так как же, в тарелки налить и все расплещите, не выхлебайте потом. Ой, дремучесть, мы туда шампанское нальем, понимаешь? Шампанское. Зачем это? А чтобы культурно было, чтоб пузырики вот это в нос били. Ну, сейчас ради этого продукты переводить. Хватит, небось, пузыриков, чтоб в нос-то било, а? Музыку включу.
со стонами. Зачем это? Совсем от жизни отстал, Петровна, а? Для интима. Стоны, понимаешь, для интима. Вот твой Гришка ночью какие-то звуки издает? Ну, издает. Вот. И мы с Зинкой тоже будем. Так вы что же, Зинка, что, всю ночь кряхтеть, что ли, собираете под музыку? Уже, блин, дремучиться, а? Ой, это культура, ванна, культура. Ты только представь себе, я как в кино достаю ногу и ложу ее себе на плечо. Как же, Степан, свою ногу себе на плечо закинешь, а? Да ты что мелешь-то? Зинкину ногу ты, Зинкину! Фу, да ты уж лучше свои ноги Зинке на плечи пристрой. У Зинки одна пятка, как сковородкой. Что ты мне всю мою романтику ломаешь, а? Какая такая романтика? Какая такая романтика? Поднырнешь под зелку, ты их, она, и сам потопнешь, только воды переведешь. Почему переведу? Ну почему переведу? Мы потом в этой воде постираем. Потом, чтобы мыльная вода не пропала, детей помоем, полы помоем, а потом тещу помоем. Ну побалуйте, побалуйте. А потом... В этой воде трактор помоем. Слушай, правда выгодная штука. Степаныч, пусти меня в ванну, а? Сейчас, мал мне Зинкиных ног. Ты еще, Ванна, в своих сапожищах попрешься. Всю жизнь вместе. И что? Все же общее. И что? Тебя мои дети за это папкой называть будут. Да что ты... Ты что такой, Мик? Что ты несешь? Заставлю, Степаныч, буду называть. Ладно. Успокойся. Успокойся. Так и быть. Помоешься уж. После всего. После трактора? Я хочу, чтобы Гришку откисали двор, а? О, нет. Мне твоего только стройотряда не хватало. Не, Петровна, сама покупай ванну и мой в ней. Хоть Гришку... Хоть все свое хозяйство. Прям я тут удивляюсь, как хорошая жизнь людей меняет, а? Вот не успел еще ванный навоз свой отпарить, а уж загордился, загордился. Какой навоз? Ванна, это культура, понимаешь? Культура. Ладно, за эту культуру. У меня Гришка вчера тоже весь вечер культуру наводил, да? Пока свет в деревне не вырубили, да. И что? А и то, он это, ножницами все железные ножки от кровати отпилил. Зачем? Думал, ногти стрижет. Ой, ногти стрижет. Ладно, не пустишь, не надо, у меня вон это вот, душ в сарае есть. Какой душ? Что у тебя в душ в сарае есть? Чего ты брешешь вообще? Пес брешет, нет, так будет. Я Гришку на крышу посажу с дуршлаком, он в него вот воду лит и стонат. А я при этом душ принимать утром и вечером, пока мне, гад, в ванну не купят, понял? Ну, понял. Да ладно, Петровна, сдаюсь. Ну... Зови свой выводок на помывку. Правда? Ой, я сейчас... Гришка, Гришка! Зови соседей! Зови детей! Степаныч ванну купил, всех мыться зовет! Ура!